16 по 18 октября 2015 года в окрестностях Владивостока прошел третий этап чемпионата Дальневосточного федерального округа по хард-эндуро «Хард-эндуро ралли 2015 on the edge». «Хард-эндуро ралли на краю» проводится уже во второй раз. Первая гонка собрала всего несколько десятков гонщиков, но уже осенью 2015 года в таблице значилось 80 человек. Среди участников были не только жители Дальнего Востока, но также гости из Москвы и Южной Кореи. Давид Леонов, атлет Red Bull, восходящая звезда эндуро, от которого уже в ближайшем будущем ждут великих побед. Я настроен на победу, потому что участвовал уже в нескольких сериях чемпионат мира по экстрим эндуро, кантри-кросс участвую, эндуро-кросс. И трасса вот сегодняшняя очень интересная оказалась. Я по ней пошел пешком, сейчас будет тренировка и настроен на победу. И малоизвестный для нас кореец Канг Кью Хо. Оба далеко не новички, но, проявляя осторожный оптимизм, должно быть, понимают, как нелегко им может быть в неизвестных условиях. В глазах местных гонщиков Давид Леонов, естественно, имеет определенный авторитет. Впрочем, не меньшее уважение вызывает у них находкинец Роман Давыдович, который стал победителем прошлогодней гонки и еще до начала этой являлся главным претендентом на победу. Поедем, посмотрим. Не спеша, надо ехать, как бы, ну, не переборщить, главное не упасть, чтобы техника осталась целой. Во-первых, завтра 2 дня гонки. Трехдневная гонка, основной маршрут которой проходил по сопкам и оврагам полуострова Муравьева-Амурского, началась в районе знаменитого на всю Россию «Зеленого угла». Здесь находится рукотворная трасса, которая интересна тем, что совмещает в себе классический мотокросс и искусственные препятствия. От итогов квалификационных заездов на этой трассе зависели стартовые позиции участников гонки во второй день соревнований. Оказавшиеся в первой десятке могли самостоятельно решить, с какой стартовой позиции им уйти на дистанцию. Трасса пролога держала спортсменов в постоянном напряжении. Она была насыщена различными искусственными препятствиями, которые были расположены настолько близко друг к другу, что практически лишали гонщика возможности перевести дыхание. Бревна, камни, автомобильные покрышки, бетонные трубы. Реакция на них должна быть скорой и единственно правильной. Однако далеко не все участники гонки обладали достаточной базовой техникой управления мотоциклом и навыками преодоления подобных преград. Степень подготовки гонщиков сильно разнилась, поэтому большинство из них испытывали серьезные затруднения и на некоторых препятствиях образовывались заторы. Массовый старт в классе «Спорт» выиграл москвич Давид Леонов, которого на сайте его спонсора Red Bull именуют не иначе, как «надеждой российского эндуро». Здесь он оказался в своей стихии и сразу же после искусственных препятствий создал довольно заметный отрыв от преследователей. Он стал единственным, кто без страха послал свой мотоцикл в полет на трамплине «Матюль» и, оказавшись на мотокроссовом отрезке трассы, продолжил оставаться самым быстрым гонщиком заезда. На вторую позицию вышел владивостокский гонщик Иван Пичурин. Третью позицию занял находкинец Роман Давыдович, который традиционно для себя выступал на 250-кубовом кроссовом мотоцикле «Кавасаки». За четвертую позицию вели упорное сражение сахалинец Олег Бибиков и южнокорейский мотоциклист Канг Кью Хо, который оказался вполне сильным гонщиком и не терялся на фоне даже такого признанного мастера, как Олег Бибиков. Специфика закольцованной трассы такова, что рано или поздно лидеры начинали встречать на своем пути отстающих. Идти в темпе Леонова мало кому по силам. И уже после первого круга в одной группе с ним осталось только 6 гонщиков. Пичурин, Давыдович, Бибиков, Кью Хо, Благодатских и Брыков. Зрители были в восторге от той скорости и легкости, с которыми Давид Леонов преодолел все препятствия. Здесь он был вне конкуренции, что, собственно, не удивляет, учитывая его профессиональный статус и гоночный опыт. Впрочем, не меньший интерес и энтузиазм у собравшейся на обочинах публики вызывали и те гонщики, которым пройти дистанцию стоило серьезных усилий. В итоге, по завершению трех кругов, позиции в первой тройке остались без изменений. Леонов первый, Пичурин второй, Давыдович третий.
Дуэль между Бибиковым и Кюхо, длившаяся все три круга, завершилась в пользу корейского гонщика, который выиграл у сахалинца буквально несколько метров. Когда раздельный старт, люди едут более спокойнее, это же та же. У них есть раздельное время, они едут, получают удовольствие от гонки. Но когда на гонку стоят 10 человек в ряду, и все это меняется на каждую секунду. То есть один заткнулся на одном препятствии, второй на втором, третий на третьем. В этом и интрига сохраняется до конца гонки. Также лидер мог заткнуться на бревна где-то, и все. Я думаю, в этом весь интерес гонки. Насчет того, что сложнее она завтрашней гонки или нет, я думаю, что люди ошибаются. Это совсем не так. Завтра гонка совсем другая. Реально, на самом деле, это очень серьезная гонка, рассудительная. Я думаю, что завтра победит опыт. Также в десятке сильнейших финишировали Аркаев, Благодатских, Брыков, Зубов и Друж. В классе любителей первым финишную черту пересек Денис Риль. С отставанием в полминуты вторым заезд завершил Владимир Заводовский. Третье место из 36 стартовавших занял Михаил Украинец. Второй день гонки. Полуостров Муравьёва-Амурского, омываемый с западной части водами Амурского залива, а с восточной Уссурийского, имеет вполне типичный для Приморского края рельеф. Это невысокие горные хребты и сопки со средней высотой над уровнем моря от 200 до 400 метров. Большая часть склонов полуострова покрыта лесными массивами, так что гонщикам в основном предстояло двигаться по осеннему лесу, который, впрочем, из-за опавшей листвы уже не столь плотен и позволяет видеть вперед на несколько десятков метров, а то и больше. Между сопками нет долин, что означает постоянные подъемы и спуски, а относительно равнинные участки по-своему сложны тем, что там протекают ручьи и, как следствие, скапливается вода. Протяженность второго дня гонки составляла 110 километров для участников класса «Спорт» и 92 километра для тех, кто заявился в классы «Любитель» и «Турист». Для них был подготовлен менее сложный маршрут, но не настолько, чтобы считать его легкой прогулкой. Из их соревновательной программы были убраны только сверхтяжелые отрезки, прохождение которых требует значительного опыта и мастерства. В целом же любители и туристы двигались по тому же бездорожью, что и гонщики класса «Спорт». У конкурентов Давида Леонова, вероятно, ночь перед первым длинным днем гонки была пропитана надеждами, что, оказавшись на незнакомом маршруте, тот не сможет поддерживать высокую скорость, даст слабину и оживит интригу. Понимал это и сам Давид. Выбирая стартовую позицию на правах победителя пролога, он решил начать четвертым. Первым стартовал Иван Пичурин, а вторым – Роман Давыдович. Стратегия Романа Давыдовича, победителя гонки прошлого года, заключалась в том, чтобы как можно быстрее сбросить с заднего колеса преследователей, а уже затем в привычном для себя темпе без попутчиков двигаться к финишу. Лесные отрезки дистанции – его конек, а учитывая специфику маршрута, можно было смело утверждать, что Роман будет чувствовать себя в этот день более чем уверенно. Давид Леонов поступил вполне разумно, план у него был простой и самый идеальный в данных обстоятельствах. Гонщики стартовали через каждые 30 секунд, и чтобы не потеряться на маршруте, наиболее надежным решением было пропустить вперед тех, кто мог знать верное направление. Однако совершить промашку Леонов сумел уже в нескольких метрах от старта. Первый же перекресток вызвал у него заминку, и это определенно не добавило ему уверенности. Углубившись в лес, он не увидел следов от впереди ехавших мотоциклов и, перепроверив показания GPS, понял, что направился не в ту сторону. Потеря времени составила около 45 секунд, и впереди него оказался стартовавший пятым Олег Бибиков. Их дорожки уже пересекались ранее в других соревнованиях, так что соперничать между собой для них привычное дело. Идя в связке, они держали неплохую скорость и всего минуты через полторы настигли Романа Давыдовича. Для москвича и сахалинца это был хороший знак. Опытный поводырь им был на руку. В то же время это означало, что план Находкинца пока не сработал. Ему не удалось выйти вперед, а в спину ему дышали два серьезных соперника. Лидером гонки оставался Иван Пичурин, а на второй позиции в тот момент находился кореец Кю Хо. На всем протяжении дистанции гонщиков ждали очень разнообразные и непредсказуемые условия. Относительно широкий проселок мог внезапно сузиться до ширины мотоцикла. Отвесные подъемы чередовались еще более резкими спусками. Деревья, кусты, колеи и камни, промоины, ямы, скользкая грязь и не менее скользкий сыпучий грунт.
Все эти преграды так и норовят выбить гонщика из седла. Потеря внимания и концентрации недопустимы, но чем дольше гонщик будет находиться в седле, тем все более он будет подвержен совершить ошибку. Накопившая усталость в руках и ногах постепенно даст о себе знать, и то, что на первых порах давалось легко и непринужденно, в дальнейшем уже покажется не таким простым и выполнимым. Причем все это время следует внимательно следить за своим положением по GPS и выхватывать взглядом оставленные организаторами метки. Ошибка в навигации может обойтись очень дорого, особенно это касалось тех, кто боролся за победу. Ритм гонки был таков, что почти не давал возможности перевести дыхание. Подстегивая друг друга, гонщики двигались на пределе своих возможностей. На первой трети дистанции организаторы припасли для участников уникальный в своем роде сюрприз. Часть маршрута проходила по территории артиллерийской батареи, которая входит в состав построенных в начале прошлого века фортификационных укреплений, сделавших Владивосток неприступной морской крепостью. Туман окутывал сопки, словно пороховые газы, оставшиеся здесь с тех самых пор, когда солдаты царской армии стояли на страже восточных морских ворот Российской империи. Забравшись на самую вершину форта, гонщики въезжали в узкий темный тоннель, который выводил на противоположный склон горы. Этот тоннель не имеет освещения, поэтому наличие на мотоциклах участников фар головного света как никогда было кстати. Здесь был расположен судейский пункт контроля, и все без исключения участники гонки оказывались внутри форта. Первым на вершину исторического редута прибыл Роман Давыдович, который выступает на кроссовом мотоцикле, но установленный на руле его Кавасаки фонарик должен был позволить ему пройти этот туннель без задержек. Мне понравился проезд через эту катакомбу. То есть прикольно, как бы, ну, едешь, еще когда к ним подъезжали, тут лес был, тут кусочек асфальта там проехали, такие заброшенные, как будто такой, как это, как город какой-то что-то. И мы там в одном месте проезжаем, а вообще света нет. Там в одну сторону вроде туда, там тупик, еще и по лестнице проехать. Смотрим, дальше свет уже, все, выехали. Шибко неприятно там. Судя по отрыву, ему все же удалось отвязать от себя преследователей, и каждый дальнейший пройденный километр дистанции только увеличивал разрыв между фаворитом гонки и его соперниками. Давид Леонов уже второй. Он, как и Давыдович, сумел оставить позади себя Ивана Печурина, который после кратковременного лидерства уверенно удерживал за собой третью позицию в классе «Спорт». Тройка лидеров была как минимум в 6-7 минутах отрыва от преследователей. И, судя по всему, именно эти гонщики являлись главными претендентами на успех в первый день гонки. Вполне уверенно шел по трассе и гость из Республики Корея, Канг Кю Хо, который, несмотря на нехватку опыта гонки в подобных условиях, уверенно держался в первой десятке класса «Спорт». Меня удивили некоторые спуски, по которым я даже и не думал, что можно съезжать. И такие же подъемы, на которых не было даже дороги и было непонятно, куда ехать. А ехать надо было. Вот это удивило, да. Сегодня было очень интересно, я бы даже сказал, фантастически интересно. Наиболее заметный прорыв вверх продемонстрировал Антоний Труш. После пролога его стартовая позиция была в конце первой десятки. Впрочем, как только он оказался в лесу, сразу же прибавил и принялся уверенно и последовательно отыгрывать одну позицию за другой. И хотя догнать трио лидеров Давыдович, Леонов, Печурин он не смог, но соперничать с таким опытным мастером, как Олег Бибиков, за четвертую позицию возможность получил. У меня стоит два GPS на руле, и то я умудрялся проезжать повороты, промахиваться, возвращаться, и наездил очень много. Были интересные и сложные моменты, были интересные такие ручьи тяжелые, где вот наш корейский друг даже остановился, я ему говорю, ты езжай вниз, он мне показывает, что туда. Ну, действительно, такие необычные, интересные моменты. Ну и, конечно, был подъем, вот я думаю, про него уже рассказывали. Каменистый длинный затяжной подъем, который, в принципе, отсеял основную группу, и я его неплохо заехал, получил взять лидерство, вот это преимущество, и, в принципе, вот с того момента держался на четвертой позиции. Лидер гонки Роман Давыдович – один из немногих, кто использует для гонок эндуро кроссовый мотоцикл. Но, как всем известно, у классических кроссовиков менее эффективная система охлаждения, взрывные характеристики работы мотора, не совсем удобные передаточные отношения и жесткая подвеска, напрочь лишающая владельца возможности преодоления некоторых препятствий с комфортом. С одной из главных проблем Роман справился благодаря самостоятельно установленной дополнительной системе охлаждения. Но у него в любом случае наблюдается нехватка тяги на низких оборотах, что приводит к трудностям на затяжных подъемах.
Между бухтами Шамара и Тавайза гонщики двигались по горным хребтам Богатая Грива и Тимпур. Из-за отсутствия растительности на вершинах хребтов с них открываются прекрасные виды. Впрочем, в этот день полуостров Муравьева-Амурского накрыл плотный туман. Так что насладиться зрелищем в полной мере участникам гонки не удалось. Начиная со второй половины дня, фавориту класса «Спорт» Роману Давыдовичу удалось не только окончательно выйти в лидеры гонки, но и возглавить ее, имея солидное преимущество. Финишный створ на берегу бухты Тавайза он пересек через 4 часа 40 минут и 47 секунд после старта. Отстав на 23 минуты и 36 секунд, второе время показал Иван Пичурин, который должен был остаться доволен своим результатом. Ведь еще на первой трети маршрута он уступал Давиду Леонову 5 минут, занимая третью позицию, но затем нашел силы обойти соперника и стал вторым. Тройку лидеров замкнул Давид Леонов, который отстал от Романа Давыдовича на 27 минут. На отдельных отрезках дистанции он был вровень с лидером и, в общем, был вполне конкурентоспособен. Однако сложности с навигацией и отсутствие опыта езды по такому ландшафту дали о себе знать. Также в первой пятерке по итогам дня оказались Антоний Труш и Олег Бибиков. Их отставание от лидера равнялось, соответственно, 43 и 55 минутам. В любителях победителем дня стал 17-летний Денис Риль, который годом ранее уже входил в первую пятерку лучших результатов класса, а в этот раз уже стал главным претендентом на победу. Михаил Украинец и Андрей Цой закончили день на второй и третьей позиции, уступив лидеру 32 и 35 минут соответственно. При этом занявший второе место Михаил Украинец был вынужден останавливаться и потратил значительное время на ремонт поврежденной крышки сцепления. В этом классе старт приняли 46 гонщиков, однако итоговую официальную классификацию получили только 30 из них. После изнурительного дня гонщиков ждал заслуженный отдых, но перед тем, как разойтись по гостиничным номерам, им следовало подготовиться к следующему дню, проверить и обслужить технику, привести в порядок изрядно испачканную экипировку и, конечно, не забыть обработать раны и ссадины. Протяженность третьего дня гонки равнялась 75 километрам для класса «Спорт» и 70 для класса «Любителей». По сравнению с предыдущим днем, организаторы сочли нужным не только сократить продолжительность маршрута, но и немного его упростить. Тем не менее, обратную дорогу к Владивостоку нельзя было назвать легкой. А припасенный на самом финише сюрприз от организаторов так и вовсе мог поставить все с ног на голову и перетасовать положение в таблице результатов. Имея солидное преимущество, Роман Давыдович мог пройти оставшуюся часть дистанции в щадящем режиме, тогда как его ближайшие соперники Иван Пичурин и Давид Леонов должны были готовиться к по-настоящему острой схватке. Между ними было всего 3,5 минуты в пользу Пичурина, а значит, Леонов все еще был для него опасным соперником и был готов вести сражение за вторую позицию. Похожая ситуация сложилась и в классе любителей, где явным фаворитом являлся Денис Риль. А на второе место в равной степени претендовали сразу три гонщика – Михаил Украинец, Андрей Цой и Владимир Заводовский, которых разделяли считанные минуты на протяжении всей оставшейся дистанции, им предстояло выкладываться по полной программе. Маршрут второго дня гонки в основном пролегал по уже пройденной ранее дистанции, но только в обратном направлении. В теории это могло упростить навигацию, но на передний план выходили накопившаяся усталость, технические неисправности и даже избыточная самоуверенность. Иллюзия того, что ты знаешь маршрут, опасна и может привести к неприятностям. На первых десятках километров дистанции гонщики держались довольно плотной группой. Давыдович не стал взвинчивать темп, тем более что никто из его соперников не стремился вырваться вперед и оспорить лидерство на Хоткинса. Иван Пичурин надеялся ускользнуть от Давида Леонова, а Антоний Труш, стараясь идти с ним в паре, в свою очередь пытался напротив догнать москвича, который завершил первый день на 27 минут быстрее него. Рельеф местности был по-прежнему сложен и непредсказуем. Временами гонщики были просто не в силах совладать с возникшим препятствием. И тогда просто позволяли мотоциклу сползти по уклону вниз, как это сделал кореец Кан Кю.
Начав день с 9-й позиции, он довольно неожиданно для своих соперников стал претендовать на попадание в первую пятерку. Но чтобы окончательно в ней закрепиться, ему требовалось отыграть 30 минут у Олега Бибикова. Перед стартом в это мало кто мог поверить, но кореец оказался хорошо подготовленным атлетом и довольно легко перенес испытания первого дня. У него еще оставался запас сил и энергии, и это могло сыграть в его пользу. Обратная дорога хоть и была менее протяженной по дистанции, но отнюдь не проще по навигации. По лесу плутали не только новички в ориентировании, но и опытные гонщики. Не обошла эта участь и Давида Леонова. Его погоня за лидерами зачета не увенчалась успехами, и даже его третье место находилось под угрозой со стороны Антония Труша, который, похоже, уже не был удовлетворен четвертой позицией и был тверд в своем намерении обойти титулованного москвича. В сотрудничестве с Иваном Пичуриным, который также был заинтересован сбросить с колеса опасного соперника, Труш выдал не один десяток быстрых километров и в итоге сумел оказаться впереди Леонова. В конце дистанции организаторы припасли для участников последний и, как предполагалось, сложнейший участок трассы. Это было заключительное испытание твердости духа и тела, в своем роде последним рубежом перед финишем гонки на краю. Благодаря ландшафту эта секция напоминала стадион, и все мытарства гонщиков были видны как на ладони. Сначала им предстояло спуститься в глубокий овраг, заросший лесом и кустарником, а затем, карабкаясь по сыпучему склону и каменным валунам, въехать в финишный створ. Организаторы понимали всю сложность, стоящую перед гонщиками задачи, и были готовы прийти им на выручку. В наименее проходимом месте расположились комиссары, готовые с помощью тросов выдернуть из западни застрявшие мотоциклы. Пройти здесь ходом было невозможно, а вставший мотоцикл неминуемо должен был скользить вниз по склону. Уклон холма был настолько сильным, а камни огромные и остры, что даже пешком человек должен был приложить немало усилий, чтобы оказаться на вершине. Над этим местом повисло томительное ожидание. И, честно говоря, не очень верилось в то, что найдутся те, кто сможет преодолеть это препятствие самостоятельно. Роман Давыдович так уверенно проводил эту гонку, что в его итоговой победе сомнений не было уже после первого дня. К решающей гонке сезона он подошел в наилучшей форме, а имевшийся опыт прошлогодней победы укрепил его в ожидании успеха. Именно благодаря уверенному преодолению сложно проходимой финишной секции ему удалось стать победителем в 2014 году. Но в этот раз фаворит гонки обезопасил свою первую позицию задолго до завершения дистанции. Были чуть-чуть сложные участки, но не такие, в принципе. По нему быстро не проедешь, надо как бы ориентироваться. Ты больше сил потеряешь, если где-то заткнешься. Лучше эти секунды глянул, там, вот здесь, по камушку, там между камней. Сегодня я ехал, берег силы, потому что, ну, я как бы знал, что у меня там есть время. Ну, я и мотоцикл не рвал, то есть ехал как бы, ну, в принципе, спокойно, можно сказать, ехал. Помогли вентиляторы, во-первых, то, что у меня мотоцикл, он, ну, кроссовый, он кипит, если нет вентиляторов. Ну и плюс я сделал выбор в резине Митас. Вторым с отставанием в 6,5 минут от победителя финишировал Иван Пичурин. Показанное им общее время позволило ему зайти на второе место и по итогам гонки. У Романа скорость непосредственно быстрее. И он лучше нас ориентируется на порядок. Надо отдать ему должное, в этом он молодец. Всего остального у нас поровну. Но здоровье у Давыдовича гораздо больше. Минут 15 назад я вспомнил, какие у нас будут финиши, и старался немного, хотя бы чуть саккумулировать энергию. И здесь попытался ее выплеснуть. Вот выплеснул, больше не осталось. В этот день Антоний Труш принял старт, находясь на 4-й позиции, а на последнем рубеже оказался 3-м в непосредственной близости от Пичурина и чуть менее чем в 7 минутах позади победителя. И с этого момента начался отсчет времени в его борьбе с Давидом Леоновым. Начал заезжать, и немножко не хватило хода, сбило на камнях. Пришлось развернуться, попробовать заново, и второй раз был удачный. Но на самом деле вот такие препятствия хорошо нам знакомы, потому что много уделяем этому времени, много работаем на равновесие, на контроль сцепления и газа, вот эта филигранная работа. Поэтому, в принципе, такие препятствия мы проезжаем быстро, и именно здесь мы как бы и отыгрываем это время. Холмы, такие вот горы, камни, сыпучка – это наша тема. Давид Леонов в районе финишного створа появился через 10 минут после Антония Труша. Свой шанс в борьбе за второе место он упустил. Однако, возможность сохранить за собой общее третье место Давид все еще имел. Теперь все зависело от того, насколько быстро москвичу удастся справиться с последним препятствием.
Когда, наконец, Давид оказался в воротах, украшенных логотипом своего спонсора, стало ясно, что даже с этим отставанием, плюс 10 штрафными минутами, он все равно станет третьим. На финише полной дистанции Леонова и Труша разделили без малого 8 минут в пользу Леонова. Да, я получил новый опыт езды по речкам горным с такими вот камнями. И необычные спуски тоже с огромными камнями и очень скользкие. У меня отвалилась напрямую лапа включения скоростей. Я стоял, наверное, минут 15, и Сергей Степаненко остановился, помог мне найти болт. По ориентированию было несколько сложных мест. Действительно, я сильно заблудился. И приехав на заправку, не понял, как тут у меня оказались 5 человек. После старта немного ошибся, не попав в поворот, ударился в дерево и очень неприятно ударился руками. В это было трудно поверить, но дебютант гонки, кореец Канг Кю Хо, прибыл к финишу, находясь на 5-м месте. Начав день с 9-й позиции, он нашел в себе силы обойти 4 соперников, отыграв при этом более чем получасовое отставание от 5-й позиции. Сегодня я улучшил свой темп. Во-первых, благодаря тому, что вчера поставил резину более мягкую, а также просверлили мусс. Он у меня был просверлен, но мы добавили еще. И появился хороший зацеп. И, наконец, я привык к работе с GPS-ом. Сегодня была очень интересная борьба. Приходилось бороться то с одним, то с другим гонщиком. А насчет финальной горы, у меня это первый опыт подобного подъема, не хватало уверенности, но собрал волю в кулак и просто стал газовать. В первую десятку общего зачета класса «Спорт» также вошли Зубов Сергей, уступивший корейцу ничтожные по меркам дистанции 19 секунд. Благодатских Дмитрий, который также проиграл всего каких-то 1,5 минуты. Степаненко Сергей, Брыков Вячеслав и Бибиков Олег, который замкнул первую десятку. Из-за ряда проблем на дистанции во второй день гонки он потерял 5 позиций и, должно быть, не был доволен собственным результатом, учитывая его 2-е место годом ранее. Что касается класса Open, где старт в общей сложности приняли 46 гонщиков, а до финиша полной дистанции добрались 25, победу отпраздновал владивостокский эндурист Денис Риль. 18-летний гонщик доминировал в этом классе на протяжении 2 дней. После пит-стопа для дозаправки горючим у него сломались задние тормоза, так что по меньшей мере половину дистанции 2-го дня он проехал, используя только передний тормоз. Подобная поломка могла поставить крест на его победе. Но не таков оказался Денис, чтобы опустить руки. Показав 6-е время дня, он все равно сохранил значительное преимущество над соперниками и выиграл у ближайшего из них более получаса. После заправки были спуски, одни большие спуски. На них было очень трудно без заднего тормоза, приходилось глушить мотоцикл, катиться очень медленно, очень трудно, падал. 2-е место в общем зачете завоевал Михаил Украинец, который обошел занявшего 3-е место Федора Кобана всего на 8 секунд. Утром их разделяли без малого 27 минут в пользу украинца, и чтобы выйти на общее 3-е место в классе, Кобану пришлось обогнать 8 соперников. Ну, конечно, без приключений не получилось. Получилось так, что я сломал навигатор, я сломал фару опять. Упал хорошо, там повредил немножко руку. Нам есть у кого учиться. И ну, мне это, допустим, лично очень нравится. И я просто от этого кайфую, можно так сказать. В зачете хобби победу отпраздновал дуэт в составе Степаненко Клим и украинец Алексей. Ближайших соперников они обошли более чем на 2 часа. Я без стеснения могу назвать всех ребят, которые приняли участие в этой гонке и пересекли финишные ворота хотя бы один раз в день, потому что 2 дня это очень тяжело, героями. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем людям, которые помогли все это организовать. Я говорю не только о спонсорах, логотипы, чьи мы видим на мотоциклах, которые внесли финансовый вклад и помощь в организации, но и в первую очередь о команде. О команде людей, которая все это сделала. Хард-эндуро-ралли «На краю» – еще очень молодое событие в ряду тех, где гонщики покоряют самые тяжелые ландшафты планеты. Эта гонка пока еще не славится своими легендами и эпохальными моментами на весь мир. Но количество участников и география растут. И кто знает,
Может быть, ежегодное ралли On The Edge станет азиатским романьяком, которого так не хватает в этой части планеты.